Всем привет, дорогие друзья. Продолжаем играть в Watch Dogs. В предыдущей серии мы... Мы, в общем, разобрались с одним нехорошим парнем, который угрожал нашей сестре. Ну, собственно, он был подставным лицом, потому что... Чё-то это мне, что ли? Короче, подставное лицо это... И мы сейчас пытаемся найти... Давай, зеленый уже. Мы пытаемся сейчас найти следы, кто заказал этот звонок. Но пока, я думаю, нам неплохо было бы выполнить какой-нибудь контракт. Давайте вот это задание возьмем. Все понятно. Нужно разобраться с этими парнями, пока не поздно. Кто это нам дал, я не пойму, но будем выполнять. Что нам стоит? Так, с какими парнями? 249 метров. Ух ты. Ага. На какой-то стройке они, видимо, обитают. А вот джойстик так виб... Ой, нет, подожди. Так, а он уходит. Твою мать. Вот этого мне вообще не хватало. Твою ж мать, через дебри какие-то. Да ну ты брось. Так, нейтрализовать. Хорошо. Так, просто не по правилам, я не знаю. Постараюсь аккуратно ехать, но, блин, с таким управлением. Блин, твою мать. Какие-то камни, да чё вы тут делаете-то? Пипец, да у него машина-то фигня какая-то. Ой-ой-ой, блин, извини. Женщина, ранен. Хорошо, что не убита. Получай. Ах ты, да ну как ты проскочила-то? Хорошо. Не хочешь по-хорошему? Будет по-плохому. Интересно, тут оружие можно доставать? Во-во. Твою мать. Две штуки получили. При том, что мы убили одну девушку, да? Или нет? Или вот она бежит. Посмотрите, как она бежит. Помогите. Вау. Твою ж мать. К тому времени у нас. Ладно. Надо, наверное, валить отсюда, потому что сейчас копы сюда прибудут. Как можно быстрее. Так. Кэш ран. Новый этап рядом. Давайте посмотрим реально, что это такое. Играть в кэш ран. Так. Пройти обучение. Ну да, давайте. Как играть? Соберите золотые монеты. Так, стой. А, вот, понятно. Соберите золотые монеты. Собирайте быстрее, чтобы получить золотой рейтинг. Получите бонус за спрятанные, избегайте черепов, они добавляют штрафное время. Награды. Золото, серебро, бронза. Ну все, в принципе, да? Играть. Так. А. Понятно. Вау, слушай-ка. Прикольно. Так, а спрятанные монеты, где они? Да перелазь быстрее, господи. Офигенно просто. Так, мне сюда, да? Мне сюда, побежали. Вау, уи-хи. Блин, прикольно, слушай-ка, я реально не ожидал такого от этой игры. Черепа добавляют штрафное время, так что... Так, куда? Нет, не сюда, видимо. А, или наверх, ё-моё. Да чё ж ты тупишь-то, господи. Просто, блин, это было так просто. Так, не задеваем черепа. Блин, офигенно, слушай. Реально, курились, блин, чего-то. А, давай быстрее. Черепа не задеваем.
Музыка такая офигенная. Блин, мне нравится эта игра, вообще определенно. Цифра кайф пробовал, а? Цифра кайф. Так, это скрытый. Нет, это не скрытый, это было дополнительное время. Так, я вижу монету, вот она. Так, хорошо. А, давай, 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 бро. Беги. Так, тут скрытые монеты есть, деньги нет. Вот она. Итак, наш... Понятно, серебро. Есть списки лидеров даже в интернете. Ну-ка. Охренеть, 15 секунд. Да вы вообще что ли гоните? Не, я 1134. Ну, друзья, это доказательство, надеюсь, того, что я играю... Надеюсь, вы и так верите мне, что я играю в лицензию. Потому что, блин, ну, для такой игры, мне кажется, лицензия... Да я вообще все лицензии беру, ё-моё. Цифра кайф. Друг, я вижу, ты готов к цифра кайфу. А-а-а. От него такие трипы, никакой наркоты не надо. Попробуй, не пожалеешь. По-моему, друзья... Я тут пришел просто забойный товар. Да-да. Хочется чего-то большего? Тогда попробуй Alone. Новый цифра кайф тебя унесет, обещаю. Хорошо, хорошо. Короче, тут вот эти Чел, вот держи. Игрушечки... Товар, чистое безумие. Да господи, я понял тебя. Вот эти игрушки, они вроде как мини-игр, но, блин, до такой степени большего? Прикольные. Тогда... Давайте начнем. Так, по-моему, уже начинается. О-о-о, просто тотальное безумие. Если у робота горит желтый огонек, он находится в режиме разведки. Так... Ну, не знаю, я первый раз играю в эту штуку. Вообще, где мы находимся? Господи. Восстановить все генераторы. Ого. Так, все, чтобы осветить город. Так, хорошо. Я понял. Я понял, эти ребята нас... Нас могут заметить. Это он сделал. Попадение в поле зрения, они вас распознают. Чё-то вас тут многовато, ребята. Так, хорошо. Ой-ей-ей. А! Тихо! Так, а они меня, короче, в своем луче только видят. Охренеть, чё такой взлом долгий? Все. Один район освобожден. Здорово. Так. И что, нам дальше продолжать надо? Офигеть. Офигеть. Стоп, это их так много. Не, ну вы же не думаете, что я буду все их выполнять сейчас. Я хочу выйти отсюда. Ладно, давайте еще освободим один район. Вау, сколько вас тут? Охренеть просто. Сейчас мне пипец придет, по-моему, мне пипец придет. Ой-ой-ой. Чё ж тут вас так много, блин? Так, ну вот теперь, по-моему, самое... Тихо. Так, я не знаю, куда нам идти. Вот таким способом. Быстро просто. Так. Взламываем. По-моему, у нас нет неприятелей, поэтому... Хорошо, получено очко навыков. Районов освобождено. Хорошо. Так, ну и что? 1500. Неужели это все надо выполнить, чтобы... Да выгонить. Какие-то уроды вообще.
Так, а внизу у меня какие-то сумки показаны. Или замочек, это что-то, видимо, найти надо или разблокировать. Ну, давайте посмотрим. Ага, я вижу уже, где она лежит. Патроны для штурмовой винтовки. Так, перезарядочка нельзя. Нельзя пользоваться. Отлично, мы в своей повязке. Это здорово. Хм. Взламываем сундучок. Патроны, хорошо. Все равно патронов мало. 24 и обойма одна. Маловато. Так, ну вот меня и больше интересует вопрос, неужели это все надо взламывать? Вау, вау, вау. Что-то, чтобы добраться и до следующего, приходится, блин, через такое проходить. Стой, их нейтрализовать можно? Понятно, это еще упрощает дело. Ой. Парень, а ты меня не видел? Спорим? Да. Это же пипец вообще. А я... Сколько точек я уже не восстановил, господи. Здесь было их штук 15 точно, осталось только 3. Но я хочу вам показать совсем другое. В общем, если нажать Escape, появится такая надпись «Дерево навыков». Здесь мы прокачиваем свои навыки, то есть... можем Эми пояс. Так, лучше с джойстика. Эми пояс, чтобы вырубать врагов поблизости. Эми гранату, тоже врагов, роботов вырубать. Навыки экипировки. Радиационный щит отразит любые смертоносные лучи. Вау. Слушайте, здорово. Взлом. Это чтобы взламывать вот эти побыстрее генераторы. То есть для этой игры придумали собственную ветку умений. И это очень круто, потому что она такая детализация. Очень радует. Я не знаю, это здорово, по-моему. Эми. Ну, я тут уже прокачал много, видите, потому что... Короче, за каждый генератор уничтоженный дают очко умений. Так, ну и радиационный щит. У меня штука, которая у меня сейчас... Которую я должен взломать. И... Неужели вы все сдохли? Поздравляем, вы разблокировали эксклюзивный костюм. Да, и ради этого я парился 2 часа. Все. Очнуться, так. Да, я хочу очнуться. Возвращаемся в этот портый мир. А, мы очнулись. Тут опять нам пишут, что у нас преступление обнаружено. Короче, игра Elon, вот это вот сражение с роботами. Я не думал, что она будет такой большой. На самом деле оказалась очень огромной. Там просто 15 или... Нет, даже больше, наверное, 20 генераторов надо было отключить. Я не знаю, почему, зачем опять Ubisoft наступает на те же грабли, господи. Опять одно и то же выполняешь, отключаешь генераторы, сражаешься с монстрами, с этими роботами. Короче, получилось не очень-то и весело. Может быть, первые 5 генераторов это весело, но потом уже становится настолько скучно, что... Блин, хочется крикнуть, да запарили его уже с этой херней. Короче, получилось вот так.
Ой, я рад, что мы вернулись в город. Давайте. Ну, кстати, преступление-то вон оно. Недалеко. А давайте сначала чекнемся здесь. Че у нас здесь, где точка эта? Слышите, да? Меня копы ищут? Ты че, блин, офигела, что ли? Так, хорошо. Точка 3 из 100. Ну, конечно. Ну, то есть точек в этом городе предостаточно. Так, хорошо. Что-то подвисать игра стала. Давайте, наверное, сейчас посмотрим, что за преступление здесь. Преступлений тут очень много, блин, я бы даже сказал, до хрена. Какой-то преступный, слишком преступный город. Так, хорошо, профайл. Недавно была в России. Ух ты. Поэтому денег нету, да? Зарабатывать неплохо. Так, взломали банковский счет. Отлично. Он где-то рядом. Так, мы жертву, да, нашли? А, вон он, вот тот парень. Так, стоп, нас сейчас заметят, аккуратно. Так, вероятность нарушения закона 20%. А вот потенциальная жертва. Нет, стой! Ах ты! Ублюдок! Не успели предотвратить. Всем отрядом, запускаю сканирование CDOS. Пипец, еще нас сейчас посадят из-за этого. Капец, это все, это пипец. Нас найдут сейчас. Всем отрядом, сканирование завершено. Высылаю координаты. Да, нас нашли. Ай, блин. Какого черта вообще? Надо было взломать телефон, по-моему. Две звезды у нас. Ну, стандартно, по-моему, с GTA взяли эту систему уже давно. Ну, не, ну, смотрите, они нас нашли в легкую просто. Чё за хрень, а? А говорили, что тут будет такая система. Вау! А вот эта тема. Так, поехали. Пока, ребята. А вот это здорово, смотрите, вообще шикарно. Так, нам бы где-нибудь здесь затариться. Вдохнули. Блин, офигенно выглядит все. Так, чё? Считает карты в казино. Инженер-конструктор. 85 тысяч получает. Охренеть просто. Так, ну что-то полиция-то не отстает. Вау. Вау, я стою на в воздухе. Поезд, быстрее иди, господи. Короче, я не знаю, чё, куда нам валить отсюда. Ну, поехали, поехали. Так, хорошо, 30 секунд. Угу. Найдешь ты меня. Давай, давай, поезд, давай, давай. Черт возьми. Адам 948 базе, возвращаемся. Нет, это неправильно. Все хорошо, все хорошо. Так, давай, давай, я хочу выйти. Давай же. Doors open, хорошо. Ну вот такая вот незамысловатая система.
стелса. И мы скрылись. Это здорово. Я рад. Но по-прежнему у нас уровень висит. Вон он внизу, белым отображается. Под мини-картой. Поэтому нам бы сейчас где-нибудь затариться. Говорят, в убежище можно отдохнуть. А, ну и что, дорогие друзья, давайте, наверное, на этом закончим нашу третью серию, да? Или вторую, я уже сбился со счета. С этим Alone игрой, за которую я просто... Вау! Держите его! Так, ладно, хорошо. Отменяем завершение серии. Сейчас мы этого преступника... Блин, реально, преступников просто дофигища. Откуда они все берутся, а? На, догнали. Кстати, тот же самый Assassin's Creed напоминает. Там нам тоже... надо было. За такими парнями иногда бегать. То у нас кошелек у самого отберут, то еще у кого-нибудь. Я понял. Это преступление. Я иду, конечно же, кто кроме меня спасет этот мир. Все, давайте. С вами был Лац. Счастливо оставаться, Watch Dogs. Пишите в комментариях ваши отзывы о игре вообще. Как вам она? Нравится, не нравится? А, ну, будет это приятно почитать. Интересно даже. Ну, мне игра, если оценивать ее вот по первым таким... часам, проведенным в ней, она достаточно неплоха. Сначала мне показалось, что что-то мне в ней напоминало. Реально, Sleeping Dogs, там система управления, динамика управления машиной была похожа. Где моя подруга? Ну, не знаю, где твоя подруга. Короче, все. Что? Какого? Вот-вот. Короче, давайте. До следующей серии. Наверное, еще запишу парочку по Sleeping Dogs. Watch Dogs. Следящие псы, блин. Сторожевые псы. А, ну и все. Вот такие вот дела с Эйденом. Давайте. Всем удачи, друзья. Пока.